Акустическая система Edifier R1280T интересна применением полностью цифрового усилительного тракта. Эти технологии позволяют добиться отличного качества звучания и высокой мощности по сравнению с акустическими системами с традиционным усилителем. Фронтальная панель колонок покрыта темно-серым ламинатом со слегка шероховатой поверхностью. Такое же покрытие у верхней и задней поверхностей. Боковины, имеющие скругленные верхнюю и нижнюю кромки, ламинированы под светлое дерево. Корпуса колонок выполнены из качественного 9-мм МДФ. Ножки – круглые наклейки из мягкой резины толщиной около 3 мм. Диффузоры динамиков сделаны из прессованной бумаги с вкраплением шерсти. Натуральные материалы диффузора способствуют естественному звучанию. Снаружи фронтальная панель имеет съемный гриль из неплотной ткани на пластиковой решетке. Регуляторы расположены в пластиковой нише на правом боку активной колонки. Их всего три. Безупорный регулятор громкости и два регулятора тембра низких и высоких частот. Расположены там же индикатор зеленого цвета, сигнализирует о включении питания и мигает при включении режима мьют и изменении громкости. Регуляторы тембров низких и высоких частот имеют фиксации нулевой точки, позволяющие точно устанавливать линейный режим тракта. Расположение органов управления на боковой стороне активной колонки не перегружает фронтальную панель, однако является удобным не при всех вариантах расположения колонки. Входов два, оба аналоговые. Выполнены они с использованием разъемов RCA, закрепленных на металлической пластине, закрывающей вырез в задней стенке активной колонки. На пластине также находится разъем с подпружиненными контактами для подключения пассивной колонки и механический выключатель питания. Кабель питания без разъема, но отверстие для него уплотнено изнутри и снабжено пластиковой накладкой, предотвращающей перетирание. Система комплектуется качественным кабелем в силиконовой оболочке для соединения колонок и двумя кабелями для подключения к источникам сигналов. Система оснащена пультом дистанционного управления, он управляет громкостью и режимом мьют. Пульт компактный и легкий. Кнопки мембранные, довольно тугие. Схема усиления Edifier R1280T выполнена на базе полностью цифрового тракта с применением усилителей класса D. Благодаря этому радиатор для охлаждения усилителя мощности не требуется. Звучание отличается высокой степенью музыкальности благодаря диффузорам излучателей из натуральных материалов.